посвященный моему дню рождения. Но он же не сегодня. Ну да. Но она выйдет примерно на мое день рождения. Правила таковы. Мы будем рисовать цветным блинным тестом те рисунки, которые подготовила нам мама. А мы и вы будем угадывать, кто что нарисовал. Поехали! Мы по очереди будем тянуть бумажки, а кто первый, мы сейчас разыграем. Давай. Юзефа, 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 Юзефа. Я провалилась. Я первая. Ты первая. Лера, тяни бумажку. Потом просто бросаешь на пол. Я угадала! 1-0! Теперь твоя очередь, тяни. Мне интересно, что же у меня попадется? Все, подожди. Что у меня там? Это Саша подложил! Ну давайте я попробую нарисовать, что подложил Саша. Все, можешь поворачиваться. Надеюсь, это... Я рисовать, конечно, не умею. Ну да, выключи. Машина. Нет. Грузовик. Нет. Троллейбус. Дракон. Нет. Даже Саша нарисовал. Нарисую я еще синюю. Доделаю. Хочу, чтобы радужный. Калюжа? Нет. Собака? Нет. Кошка? Нет. Он, скорее всего, это очень любит. Я не мастер по рисованию. Ну, я же спрашиваю, это кошка? Нет. Ай. Волшебник. Нет. Нет, это не волшебник. Какой ты еще волшебник? Объясни. Очень загадочный. Слишком шедевр. А что слишком шедевр? Короче, он должен быть весь закрашенным, но я хочу его сделать радужным. Паук, жук какой. Какой паук, какой жук. Жук и не жук. А что это может быть тогда? Вот так на четырех лапах с хвостом ходит. Это жук, паук. Ну, кошка, собака? Нет. Динозавр? Нет. Завоевываешь. Да, да.
1-1. Получилось же. Давай. Смотри, у него один глаз. Получилось так замечательно. О, ротик вот. Нет. Вот ухо. Это серединка ушка. Вот ротик, там глаз закрытый где-то. Вот хвост, лапы. Лапы как будто крючки какие-то. Их там... Вот, гачок, этот пухлая лапка. А это вообще вернешь. Фух, наверное, мне кажется, сейчас оторвется и голова, и хвост. И лапы. Ну, посмотри на лапу. Голова реально оторвалась, как я и говорил. И лапа в другую сторону пошла. Ну, как-то так. Как-то так. Фух. Наверное, мне кажется, сейчас оторвется и голова, и хвост. И лапы. Ну, посмотри на лапу. Голова реально оторвалась, как я и говорил. И лапа в другую сторону пошла. Ну, как-то так. Как-то так. Лера, теперь обратно твоя очередь. Взяла? Ух ты. Взяла? Да, все можно. Что-то интересненькое очень. Мне же интересно очень стало. Да ничего. Короче, кружочек закрывается. Не, ну можешь не говорить, я буду сама думать. Окей. Короче. Ну, это все? Нет. А, я думала уже все. Что это может быть? Не знаю. Прям вот так вот надо. Сумка? Нет. Какая сумка? Это сумка? Нет. Зато красивые узоры очень. Не очень. Ну смотри, красивые. Не, такой. У меня получилось не очень именно то, что мне надо нарисовать. Так ты посмотри, какие узоры здесь красивые. А, ну узоры, да. Узоры, да. Узоры, да. Ну что это такое? Мне вообще не вкусно. Я не знаю, что это. Чего мне нравится? Повернуть? Ух. Что такое? Это что такое? Я не знаю. Я не знаю. Но сделаю. Я попробую еще угадать. Тут прикольное у меня сейчас будет. Может, ты еще одну маленькую копию нарисуешь, что я попробую хоть как-то угадать. Что? Больше эмоций, больше. Боже, что это? Это буква Т? Нет, это грибы, я так поняла, не, да? Не, ну похожешь. Это грибы? Нет. Что за грибы? Ну я вижу там грибы. Но это не грибы. Боже ты мой, что это? Мини-мороженое. Это мини-мороженое? Нет. Я не знаю, что это. Сказать? Нет, это телебузик. С тремя усиками. Ну, давай. А, чтобы она еще красиво была, надо это все черное накрасить. Боже ты мой! Да? Закрасить его, да? Я не знаю, что может быть голубое, фиолетовое и желтое. Ты вообще не в курсе. Какие-то грибы, блин, сверху. Это лужайка с грибами разноцветная? Нет. Но если логически подумать, что это на день рождения... Не знаю.
очень близко было к дню рождения. Шапка? Какая? К дню рождения очень близко было. Что на день рождения обычно делают? Что на день рождения делают? Вообще, что это? Это я не знаю, что это. Это точно ни на что не похоже. Не, ну вообще, ну, задувает. Ну. Ну что я задуваю, что? Свечи. На чем? На торте. Ну так! Это на торт вообще не похоже. Что это такое, чё? Что такое? Я старалась. Не, ну красиво тогда получились. Да я не поняла, что это! Все равно красиво получилось. Это не я, это все. Это как все. Ну, там оно все так сделалось. Оно не могло так сделать. Пузырь надувается. Вот. В грибу. В твоем. Рано притронешься. Я предупредила, Лера. Попробуй, попробуй. Он похож на блинчик настоящий. Нарисованный блинчик на блинчике. Это нарисованный блинчик на блинчике похоже. Лера, скажи, трехъярусный торт. Трехъярусный торт. С грибами. Да. Ну, более не менее. А это как похоже на блинчик, как настоящий блинчик. Более не менее нормально. Блинчик на блинчике. Ну вот, реально ж похоже. Три блинчика с грибами. Ну что, теперь твоя очередь кинуть. У нас остается, прикинь, ничья. Давай. Перемешай, чтобы что-то интересненькое достать. Ну что? Сейчас. Все. Только я сейчас прочитаю. Мне кажется, будет очень красиво, если я красиво нарисую. Если тесто не потечет. Выключено. Так. Сладости? Крестики-нолики? Нет. Так, это я так, чтобы тесто... Решетка, решетка? Ну, нет. Но это точно не решетка. То ли разрезанный, блин, зеленый с желтыми точечками. Блин, потекло. Фу, блин, какой зеленый, синий. Ну ты что? Как такое можно не знать? Что самое главное на день рождения? Торт? Нет. Подарки? Подарки? Да? Сразу поняла, когда ты сказала это на день рождения, и когда ты взяла розовый. Я подумала, ты вот такие вот штуки делаешь. А если бы ты взяла, блин, не розовый? А? Ты бы угадала? Не знаю. Надо было бы посмотреть. Что ты делаешь? Это типа как... А, висят эти. Веселый. Он такой красивый получился. Жалко, что бантик отвалился. Но все равно очень крутой получился у меня подарочек. Только надувать-то его. Не надо. Ну так, кто?
выключить? Вот это бантик для красоты, а вот сама коробочка с такой красивой обмоткой в точечку. Так, да, я с той стороны. Вот одну только ты сделала вот этот бантик, который вот здесь вот, и оно сейчас отвалится. Уже отвалилось. Ну почему у меня бантик отвалился? Вау, посмотрите, как красиво. Переверни бантик и подложи его к этой. Та-дам! Ну, сейчас поправим. Кстати, я могу вот это склеить. Лера, бери. Так интересно. Что же тебе на попадется? Ну что, интересно. Да, все. Интересно. Окей, попробуем. По цвету ты не угадаешь, я тебе обещаю. Ну ладно. Все, открыла. Аккуратно рисуй. Шарик. Обратно воздушные шарики? Нет. Какая-то сосиска. Вешалка какая-то? Похоже очень. Прям ярлычок? Нет. Что за ярлычок? А, конфеты! Ну подожди. Ой, блин, надо поменять. Да, конфеты? Ты можешь закрывать любые. Так, и еще для полного счастья. Счастье? Какое счастье? Надо рисовать. Ушки? Нет. Еще одну? Нет. Боже ты мой, что это? Ну что, не похоже у нас? Карандаш? Карандаш-конфеты? Да, вот так сейчас все завалишь? Нет. Я такая. Я не такая. Надо надпись нарисовать. Пиши. Ма. Ма. Что? Мар. Маршина? Мари. Мари. И давай дальше. Мари. И так как там. Мари. Нарисуй как знаю. Лу. Мари. А, это конфета Мария. Печенье Мария. А. Угу. Б. Боже мой. Я так думаю, это конфета. Ну конфета похожа. Я хочу, чтобы мне попалось очень клевое задание, чтобы ты не угадала. Ну что, давай. Твоя очередь. Так, хочу самое сложное задание, чтобы не угадала, Лера. А, возьму вот это.
я попробую. Боже мой, я даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, тексты я сам писать не буду, я сделаю вот так. Письмо? Нет. Что это? Что он так зарычал? Ну, тут болтать надо было. Гирлянды? Нет. Моя украшения? Точно никогда не угадает. Нет. Украшения? Нет. Какие-то. Говоришь, Вера не угадает. Опять какой-то подарок? Нет. Никогда. С какой стороны его смотреть? Вот так смотри. Никак больше не посмотришь. Вот это точно не гирлянды, то, что ты говорила. Мне смешно. Смешно. Куда ты смотришь всех? Садись давай. Не угадаешь. Что это может быть? Колонка. Ты что, какая колонка? На день рождения колонка? Кекс такой. Это на кекс похоже, по-твоему. Ну если вот так смотреть, то да. Ну вот так ты смотри. Ну я не знаю, что. Ты точно знаешь? Ну давай! Ну блин, я надумаю! Как же что-то непонятно в кавычках. Мы не понимаем. Я уже рисую так много. Я почти сейчас все зарисую, всю эту плиту. Фраза ничего не говорит, текст я писать не буду. Нет. Сладости? Нет, желтый это текст, в кавычках. Что ты хочешь на день рождения? Нет. Письмо? А письмо? Какое? Открытка. Вот просто. Вот как у тебя не похож стоит. Похож. Ты ж угадала, значит похож. Включите. Слишком большое. Ой! Только что сунула, было нормально. Переворачиваю! Есть! Но я не думала, что оно не такое яркое будет. Аплодисменты. Какое красивое. Какое красивое, только жалко, что цвета немножко покоричневели. Лера, теперь обратно твоя очередь. Давай быстренько. Ой, это Саша. Ой, ну... Господи, это сложно будет. Да, сложно? Очень. А что прям очень сложно? Ну, потому что сложно. Выключи, пожалуйста. Угу. Хорошо, выключу. Выключу. Это очень страшно. А что страшно? Ну, потому что я хочу, чтобы все получилось, и это страшно. Аккуратно. Мне кажется, ты сейчас руку так опустишь, будешь что, приставать и ужалишься. Ужалишься? Отпечешься. Будешь блинчиком. Спасибо. Ты ж уже один раз. Не класс, я буду его разный цвет надо делать. Зеленый, мне кажется, не получится. Что это? Цевов? Нет. Роблокс? Я не знаю, что такое Роблокс, потому что поэтому не писала.
придумала. Ты знаешь, что тебе Саша как бы написал? Ну, ты знаешь, что это, да? Тебе было понятно, что это? Да. Я ж как-то рисую это. Если бы я не понимала, что это, я бы, наверное, сейчас не рисовала это. Буква Д. Я не знаю даже, что это. Сейчас будет понятно. Что это? В шоке. Это он, этот рэпер. Короче, это чёлка, это глазики, это... Глазики. Это улыбка. Нет, на улыбку не похоже, это похоже на грустную. Это застёжки, это руки, это цветочек, а это ноги. Это похоже на штаны. Может быть, я зарисую чёрным вот только вот этого человечка. И оно с обратной стороны будет лучше. Да не надо. Мы так увлеклись рисованием, что даже забыли про счет. Но это не важно. Нам так понравился этот челлендж. Если вам он тоже